всегда замораживаю много разных заготовок на зиму, и такие перцы – обязательная заготовка. Только представьте, что зимой, когда перец стоит как самолет, вы сумеете порадовать свою семью этим блюдом. Замораживать перцы на зиму я рекомендую именно по этому рецепту, а уже при приготовлении вы всегда сможете сделать подливу или зажарку к перцам по своему вкусу. Попробуйте, это очень вкусно и удобно. Список ингредиентов в конце видео. 1. К фаршу добавьте нарезанную зелень и ошпаренный рис. 2. Добавьте кетчуп. 3. Посолите, поперчите и перемешайте. 4. У перцев удалите плодоножку и семена. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Нафаршируйте перцы фаршем и отправьте в морозилку. 6. Замороженные перцы я сразу обжариваю. 7. Затем добавляю воду, немного сметаны и тушу до готовности. 8. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Перец болгарский 1 кг, фарш мясной 700 грамм, рис 150 грамм, лук репчатый 2 штуки, кетчуп 2 столовые ложки, зелень по вкусу, соль по вкусу, количество порций 6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного дня!